Всем здорово, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валдай Асгард. Мы продолжаем прохождение. Хотя как можно это пройти, в общем, неважно. Проект Зомбоид, короче, мы играем. Всем привет. Всем я говорю прохождение, это ж нифига не прохождение, тут его не пройдешь при всем желании. Это выживание. Да. Это самое, что и на есть выживание. Мы опять-таки пошли в то направление, где в прошлой серии мы нашли заправку благодаря моей интуиции. У нас небольшая вылазка за провизией, за припасами, за всякой фигней. И асгардская LVD, я доверяю этому чутью. Поэтому я повел. Поэтому если мы сдохнем, больше инновации. Угу, отлично. Вот она, родимая заправочка. И вот наверняка я чувствую прям, что что-то там будет сейчас интересное в той стороне. Вниз идем, продолжаем, да? Ну, вот сейчас вот налево поворачиваем сюда вот. Просто поверь мне. Сейчас куда-нибудь реально в лес уйду точно. Стопудово. Так, ладно, вниз. Сейчас все будет. Главное не переживать. Давай, давай. Я не переживаю. У меня есть на кого наорать, если что. Угу. По тропинке. Как в той песне. Куда-то тропинка меня завела. Без милой принцессы мне жизнь не мила. Просто такая хорошая прогулка, точнее даже пробежка по лесу. Почему бы и нет? То есть прекрасный солнечный день. Птички поют, ни одного мертвяка ходящего. И мы с тобой гуляем по лесу. Логично, что им делать в глубоком лесу. Грибы собирать. Ну да, они. О, смотри, один есть. Это... Грибники. Вот один грибник. О. Весь лесничий, видимо. Ну что же, лесничий, до свидания. Я просто верю, что эта тропинка должна вывести нас куда-нибудь к очень ценным ресурсам. Ну, дерево ценный ресурс. Конечно. Древесина наше все. Вот я уже вижу какой-то дом снизу. За деревьями. И там по-любому что-то будет ценное. Или это не дом, это туалет сельский. Здорово. Его можно открыть? Он закрыт. Там кто-то сидит еще. Там сейчас такой голос такой тут залито. Голос зомби. Ладно, железная дорога, нормально, сейчас. Так, я осмотримся. Не спеши. Рельсы, рельсы, шпалы, шпала, тоже выдохся. Голод. Ты хотел из города уйти, вот, собственно, твое желание сбылось. Черт, дорога железная закончилась. Дурной знак. Ой, зомби. Еще один грибник. Там вот уже двое. Я только одного вижу. Ну, вторая вилка ходит. Все еще грибы ищет. А-а-а. Нас не заметило, видимо. Ладно, у меня голод. У меня из еды только красное вино. По-моему, классно. Поэтому подожди. Ты будешь его бухать реально, что ли? Ну, я половину выпью. Я тебе оставил немножко. Спасибо, да. Чувство пригодится, потому что в лесу жрать нечего. Держи. Но я пока пить не буду, попозже. Попозже, да, у меня-то просто голод. У меня пока что умеренное напряжение только, и все. Передохните. Ну или передохните, кому как больше нравится. Скорее, в данном случае второй вариант подойдет. Так. Нет, цивилизации не существует. Я влезу в каком-то. Цивилизации не существует в этих краях. Вырвать траву? Ну-ка, подожди. Я какую-то траву вырвал. А, я просто вырвал. Ладно, хоть воды большое количество с собой. От жажды не умру. У меня вообще ничего нет. У меня попкорн остался только сырой. Ну вот, не грусти, похрусти. По-моему, нормально. Сейчас все будет, Асгард, короче. Главное верить. Я уже верю.
что все это не напрасно, что все это ради нашего с тобой спасения. То есть я давно хотел переехать из базы. Вот как раз хороший повод, потому что потом мы хрен вернемся обратно. Техники не хватает, только вот что я понял. Да хотя бы велосипеда вонючего какого-нибудь, да? Да. Или коня. Возвращаемся опять же к Дейзу. Да-да-да. Коня, коня, полцарства за коня. Я просто вжимаю Ctrl и кручу мышкой, пытаясь найти хоть что-нибудь типа цивилизации, и ничего не вижу. Ладно. Так, главное, беги за мной, а там все будет. Бегу, бегу, бегу. Только я выдохся. Я тоже, не переживай. Так и должно быть. Кощай выносливость. Кстати, сколько до бега-то осталось? Немного совсем, еще 10 очков. Да, у меня тоже немного. Где мы? Мы даже с дороги ушли уже. Куда, говорит, ты завел нас, Сусанин герой? Пошли-ка вы, я сам здесь впервой. Да не, все нормально на самом деле. Я заметил. Так и было запланировано, Асгард. Это просто обходные пути. Сейчас мы выходим, и там просто целый оазис, короче. Там электричество, вода питьевая, красивые женщины, куча еды. Все что угодно. Ты подожди, я задыхаюсь, не успеваю с тобой. Да я тоже, у меня умеренное напряжение. Ты хоть меня видишь, а то я... Ну да, я прям тебя вот догнал сейчас. Так. Чё, нету? У тебя есть бутылка воды? Да. Можешь скинуть. Случайно скинул две, поэтому одну возьми. Угу. Так, у меня легкий голод. Чё у меня там из еды было? Винишко? А, чипсиков, кстати, половину съем, тебе половину оставлю. Давай. Давай. Кинул. Угу, забрал. И как раз легкий голод. Сейчас тоже перекушу. Это типа почти чихнул, но в итоге не чихнул, не знаю. В общем, будь здоров, ну, спасибо. Будь здоров. Да, да, смотри, сам не сдохни. Как говорится. В смысле, спасибо. Так. В итоге цивилизации, короче, нет. Все, лес все еще глубже. Ты говоришь, по карте он был большой, да? Он очень большой. Там до другого города, не знаю, расстояние как городов 5. Ну вот, то, что мы проходили. Сверху вниз город. Примерно 5-6 таких вот расстояний. Я тебя не вижу. Твою мать, я в лесу, ты зомби. Я понял, я тоже в лесу теперь. Причем в полном лесу. Вот-вот. Звуки слышишь? Звуки слышу. Иду на звуки. Но они прекратились. Тут полный лес, вообще сплошные елки. Просто иди, короче, строго прямо. Строго вверх, короче, монитора своего. То есть, ага. Тупо в центр вверх. Никуда не сворачивай, я тоже туда иду. Лес. Да, я вижу. Ты видишь, интуиция им одноразовая. Она раз сработала, а потом все. Батарейка кончилась. Я куда-то вот вышел. Ой, видишь тебя, мне зайти. Так, теперь снова я веду, давай, не оставай теперь. Давай. Только здесь не видно тебя в лесу. Ну, опять-таки, строго вверх. Угу. Класс. Просто классно. Чем-то риску расти мне, это еще вообще будет супер. Да уже темнеет, я уже ничего не вижу. Кроме своей лысины. Ну да. Такая же фигня. Жесть какая! Куда мы зашли? Ты в курсе, что мы сейчас примерно обратно возвращаемся? Да, я в курсе. Здорово, правда? Блин, надо было по рельсам идти в другую сторону. Когда рельсы кончились, я сказал, что это дурной знак. Вот надо было трасс сворачивать в обратную сторону.
Я даже звука твоего перестал слышать. Да не переживай, только тупо иди вверх. Здесь свободнее стало, типа, и снова начались елки сплошные. У меня даже свободнее не было. А, вот, да. Посвободнее. И снова елки. Ну да, значит, сзади меня, короче. Опять посвободнее, давайте я тут подожду. Нет? Ну я иду, стараюсь. Значит, пока не вижу. Там... Ой, зомби пришла. Ой-ой-ой, тихо, зомби, осторожно. Еще зомби. Тихо, та встала. Укусила, тварь. Еще одна тут. Еще третья. А, бежим. Куда бежим-то? Ты что? Четвертый. Возвращайся обратно. Мне перевязаться ты надо. Здесь, я в елке стою. Кровотечение, укус, заражение. Это правое предплечье. И левое плечо, царапина, кровотечение. Ты сдохнешь. Еще зомби. Твою мать, крой. Еще зомби. Надо уходить отсюда, слышишь? Все, понял, хорошо. Но я пытаюсь перевязаться на это. А, сзади. Но я просто очень сильно здоровье падает, если я не перевяжусь, я сдохну. Фух. Крой здесь, крой здесь. Дорога. Вышли к дороге. Я вижу, цивилизация. Мы были в шаге от спасения, в итоге нас поцарапали. Ну, меня точнее, поцарапали зомби, я скорее всего сдохну, да, их правда. Так, надо обезболивающее принять, антидепрессанты и все, все, что можно. Принять. И красным вином все это дело запить полностью, то, что мне дал. Шикарно. Так, легкое опьянение, значительная боль, незначительные повреждения, волнение, умеренное напряжение. Нормально жить буду. Не будешь, тебя укусили. Ну, на самом деле, да. Не лечится. Ну ладно, что делать? Я какая разница, если при перезаходе нового персонажа будешь. Да, мы как раз получалось так, что пишем подряд третью серию, она будет последней в этот заход. Следующий запишем уже на следующей неделе. Нет, следующий. Ну, значит, когда сможем. Давай, уходи. Вот сейчас бы я уже и пострелял бы на самом деле в такой-то ситуации, когда уже терять нечего. Ну да, если доберемся как-то до дома. О, скорость бега вкачалась, пока Асгард. Стой, еще. Да, я помню, как ты так же убегал от меня. Ладно, у меня умеренное напряжение, поэтому... Лучше еще одну единицу опыта нужно. Лучше мне так не бегать. О, я тоже вкачал. Пока. Угу. Волнение, повреждение, незначительная боль. И легкий голод еще у меня. Какая-то вылазка не очень удачная. Ну вот-вот. У меня только 5 гвоздей и простыня. Да-да-да, просто, короче, это как это самое, только сегодня прочитал анекдот, короче, там, типа, пришел водопроводчик, короче, к мужику, типа, водопроводчик чинить, ну и там девушка была у него, дочка красавица, она подходит к нему и говорит: будет тебя мой батя винами заморские поить, не пей, будет денег предлагать, не бери, попроси у него ржавый гвоздик. Вот так и сделал водопроводчик, в итоге от вина отказался, а денег тоже попросил у него ржавый гвоздик, взял его и ушел. Обнял отец дочку и сказал: молодец, дочка, как мы классно его обманули, короче. Вот. Ну, то же самое у нас, короче, 5 гвоздей несем домой, класс. Отличная охотка. Ну, зомби чаще стали появляться, значит, до города недалеко. Да, конечно, мы же по лесу бежали, мы очень далеко ушли, явно. У меня тяжелый урон, короче, здоровье медленно, наверное, падает. Примерно наполовину шкала здоровья сейчас у меня. И при этом перебинтовано. Правое предплечье укушено и левое плечо. По-моему, поцарапано. Классно. Просто классно. Сдался тебе этот зомби. Я мщу. Ну вот сейчас добежим, оружие возьмем и будем мстить. Ну, кстати, да.
по пистолету и по 50 патронов и строим тут зомби-экшен. Так, нам интересно, куда, выше или ниже? Нам? По-моему, ниже. Правее и ниже. И здесь были, да. Угу. Хорошо. Так, грязные бинты прикроешь, я быстренько поменяю. Угу. Укус кровотечения. Заражение прошло, кстати. А, заражение прошло? Тогда, может быть, еще и выживешь. Подожди, то подальше. У меня второй бинт грязный, подожди еще. Давай. Я полностью здоров, кстати. У меня просто тряпки были с собой стерилизованы. Я как знал, как чувствовал, взял с собой 7 тряпок стерилизованных. Вот уже осталось, получается, 3. Мне просто повезло, видишь, сразу стерилизованной тряпкой перевязал, типа, и заражение прошло. Но у меня очень тяжелый урон, меня срочно пожрать что-нибудь сытно-сытно, чтобы жизнь начала восстанавливаться. Сейчас придем, пожрешь консервов. Так, это где это мы вообще? Что это за склады какие-то? Хрен его знает, что-то я пока не узнаю. Вот, все, понял, беседка, мы около беседки живем прямо. Все, да-да-да. То есть тупо чуть вниз. Да, вот этот рекламный щит, короче, все, вот она база, считай, наша уже. Ну ты приготовь второе что-нибудь, я пока ты готовишь, консервов обожжусь и воды напьюсь. Вертушка летит, по-моему. Я тебе консервов и хотел приготовить. А, так у тебя больше ничего нету, что ли? Ну там готовить больше ничего нельзя. Тупо есть надо. Понятно. То, что в холодильнике осталось. Хорошо. У нас, если что, дома есть свет, напоминаю. Угу. Так, ну давай, поехали тогда. Сейчас посмотрим, что там. В принципе, пойдет, да, открыть штуку. Так. 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 Съесть полностью. Сильное напряжение, трудно бежать, но я, в принципе, уже не бегу. Так. Тревога нервно-расшатанная, ранение, самочувствие ниже допустимой нормы, силы и скорость сниженная, боль. Сытно поел. Сытый и весело. Чувствуете прилив сил, повышение заживления. Хорошо. Так, при этом боль, до ранение. До полного желудка ешь, тревога. Чтобы у тебя там сильно... Регенерация возросла. Хорошо, макароны с сыром съесть полностью. Ох, обожжусь сейчас, короче. Ох, обожжусь. Все, полный желудок. Объелось так, что одежда не слазит. Это очень долгое повышение заживления сил. Так, отлично. Дальше, значит, смотрим. Тревога, умеренное перенапряжение, ранение, боль. Значит, надо срочно тогда тревогу снимать. Ну, короче, все принимаю. Таблетки эти. Таблетки эти. И что там еще у нас? И обезболивающая парочку. У нас спиртное есть, а спиртное выпил бы, чтобы тревога прошла. Ну, поищи, должно быть. В холодильнике смотрю. Да, шарданы, я полбутылки выпью сразу туда. Так, я взял пистолет и 50 патронов. Легкое опьянение, значительная боль, значительные повреждения, тревога. Потихоньку пошло вверх шкала здоровья, так что я выживу. И ты не хочешь пострелять? Хочу. Сейчас. Допью тогда уже до конца. Шарданышечку. Слушай, я травмы расставлю все, потому что я сегодня персонажа потом пересоздавать буду. Сразу выложу, пока лишнее. Давай, бери только пистолет и патроны. Да-да-да, сейчас. Так. Сейчас, короче, журналы всякие. Всякую шляпу. Так, грязные тряпки две штуки. Грязный бинт сейчас надо. Как раз где укусили, посмотрим. Укус кровотечения, да, то есть заражения уже нету. И урон уже незначительный. Был очень тяжело, напомню, поэтому нормально. Легкое опьянение, боль, незначительное повреждение, тревога, значительное кровотечение. Я же перевязал. Нет, ты меня толкнул, а не перевязал, мать твою. Так, хорошо, тряпку грязную скинуть. Все, скидываю большую походную сумку, беру пистолет с патронами, в принципе, готов. Угу, давай. Сейчас. Снять. Так, фонарик тоже скидываю в топку вторую. И батарею к нему. Так все скидывай, ты же больше не сможешь этим персонажем зайти. Ну да, да, да. Так, второй грязный бинт убираю. Перевязываю.
Так. Где-то воды набрал, разве можно воду набрать еще в доме? У нас осталось, да, еще. Вот в ванной можно. На первом этаже? И в туалете, похоже. Нет, на втором. Вот здесь вот. В туалете и ванной. Ну, не в раковине. А. Пить. Все, давай, пошли. Сейчас скину медицину. Даже жалко будет терять. Ай, не туда скидываю, идиот вонючий. Сейчас. Пока нас не было, мы потратили 20%. Так, у меня стресс. Вспотевшие ладони, обильные признаки тревоги. Забей, ты будешь жить, чувак. Ты победил. Можно не париться. Так, пистолет взять в основную руку. Патроны. Прямо рядом с базой будем стрелять или отойдем? Да, лучше бы отойти, конечно. Пошли наверх тогда, где там на улицах полным-полно зомби. Давай. Сейчас патронов возьму. Я на улице тебя жду. Сколько патронов ты взял? Я 50 взял. Ровно. Я думаю, что мне 40 хватит вполне. Так, сейчас только надо перезарядить его, соответственно. Там в нем может быть уже, кстати, патроны могут. Ну, лучше перезарядить. У нас осталось 9 минут до конца серии, в принципе, как раз, чтобы пострелять. Вполне хватит, только двери закрыть надо. Ты уже на улице, да? Да. Угу. Все, пошли. Погнали. Ай, дождик. Дождик. Ну вот первые 4 зомбаря. Как это было громко. О. Сзади. Убил. Как это весело. Слушай, ну да, неплохо, мне нравится. Еще сверху идут. А, нет, идет их много. Ну поехали, тра. Мне терять нечего, уроды. Я все равно умру. Патроны кончились в обойме. Дело тоже кончились. А, надо отойти, да. Перезарядиться. Ай, беги, шифтом. Все. Есть, перезарядился. Ох, какая толпень. Перезаряжаюсь. А ты говоришь, зомби всех убили? Конечно, всех. Да я в другую сторону немного отошел. Их тут... Вот это и орало просто. Я вижу тебя. Сейчас я... Криво как-то. Угу. Патроны. У меня осталась последняя обойма. Ее. Ай. Пули. Давай, перезаряжай, я крою. Я отойду, да. Все, перезаряжаюсь. Давай. Сзади, осторожней. Угу. Ай. Он твой. Все-таки, а. Жесть, конечно. Вот это мы шороха-то наделали. А, можно на ходу перезаряжаться. Главное не бегать. Мне уже нечем перезаряжаться, у меня патроны кончились. Так что мне все. Еще осталось немножко.
Ой, жесть. Просто жесть. Сейчас. У меня еще 4 патрона осталось. Давай, давай, мочи. Сколько их здесь? Ай, чё. Мимо. Минус один. Мимо. Минус один. Все. Надо уходить. У меня-то вещи с собой часть. Я не планировал умирать. Да блин! Все, я давай на базу побежал. Давай, давай. Как? У меня промок, нервный срыв, легкая жажда, ранение, боль, легкая тошнота, чрезвычайная паника. В общем, я уже точно теперь не выживу, но я бы выжил. В прошлый раз, нет, если бы, ну... там не выжил, после укуса и вообще никак не выжил. Да, в смысле, заражения же не было. Не было заражений. Даже по-моему, если у тебя не пишется заражение, у тебя инфекция вирусная. Да? Ну ладно. Ты сам станешь зомби. Ладно, я тогда побегаю тут еще, поприкалываюсь с ними. Да и, в принципе, будем заканчивать потихоньку. А ты беги на базу, вещи скидывай. Ну их тут так много, прям вообще забей. Их очень много, и тебя как-то плохо слышно стало. Да, фигово. Я нашел тут пару гаражей. Угу. Так, все, я почти на базе. Хорошо. Зато мы с ближайших районов всех зомби убрали. Все, я на базе. Отлично. Я в какой-то дом зашел. Мы в нем уже были, судя по тому, что тут открыты двери. И нет никакой еды. Да, в нем мы явно уже были. Ну да и ладно. А у нас еще коробка с патронами 9 мм тут целая лежит. Я видел, да. Ну-ка, это сколько? Это еще 30 патронов. Ну, 3 обоймы, считай. Нормально. Да, и... Нет, там обоймы-то по 15, так что 2. И еще тут 4 коробки с патронами для дробовика лежит. Так, пустая канистра для бензина, клей, лампочка пурпурная. То, что нужно прям. Ладно, можно потихонечку прощаться. Я не думаю, что мне смысла на базу идти. Я, в принципе, все равно не жилец. И все равно при следующем перезаходе напомню, что мой персонаж исчезнет. Поэтому, как бы, смысла в этом нет никакого. Да. Так что, в общем-то, друзья, надеемся, что вам понравилась текущая серия. Пишите в комментариях, что это по этому поводу думаете. Как вам наш поход за грибами в лес? По-моему, было очень даже весело. Ну и спасибо за просмотр и до новых встреч. А с вами были Валдай и Асгард в игре Project Zomboid. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.